Опачки, это что, я, что ли? Лысенький такой, гладенький. Так, вижу ломик. Ломик. Винни! Винни, надо ответить, сейчас ответим, подожди. Здорово, это я, Винни. Возьми вон тот лом и слушай меня внимательно, у нас полно дел. И все, я думал, будет какой-то диалог. Ясно, короче. И что мы, собственно, делаем? Во-первых, приветищи! Как я давно это не говорил. Да, дело в том, что я был на каникулах, отдыхал, в принципе, как и все. Вот, поэтому пришло время вернуться в учебу, на работу. Сегодня мы с тобой поиграем в симулятор воришки. Вот, будем, как говорится, злодействовать. Будем злыдним пищукастым, вот. Значит, что нам сказали? Взять лом, беру ломик. Отлично. Еще раз Винни звонит, сейчас встретим ему. Короче, нам сказали грабануть один домик, который там крайний. Боже мой, чем я занимаюсь? Я до чего и докатился? Был уборщиком, был пекарем. Был я пекарем, да. Булки пек. Планету съедал. Че я еще не делал? Вот дожился, а. Так, значит, и нажми. Откроется инвентарь, вот я вижу лом. Как мне его взять? Значит, вот слот быстрого доступа. Сейчас мы его туда пихнем. Вот так. Получилось, отлично. Значит, где лом? Как лом-то? Во, достали ломик, смотри. Сломай доски, да ваш ПБСБ. Отлично, как они легонько так отломались, слушай, одним ударом. Вот это я мощный тип. Значит, куда нам идти надо? Вот туда, да? А вот этот заборик смогу снести? Не, смотри, какой-то бетонный, непробиваемый. Только в определенных местах ломается. Это что такое? Красться. Ну-ка, давай попробуем, как красться. Во, я присел, отлично, я же не профессионал, я только учусь, я нуб-вор. Смотри-ка, там тетенька есть. Надо аккуратненько вот так вот, хопа. Я крадусь, надо лом убрать, а то лом светится. Как лом убрать? Блин, лом не убирается, ладно, ползу так. Ага, я прополз, вон кустики, смотри, может в кусты залезть? Что тут написано? На асфальте что-то написано, для меня, прикинь. Избегайте света, а я на свету стою так вот. Вот это тупица. Так, значит, надо вон там, вот, через кусты пройти. Через кусты. Слушай, ну это какой-то, это не симулятор вора, это симулятор какого-то тупицы, реально, дебилизма. Вот, блин, как так можно было на свет выйти? Там еще написано, не вставай на свет, вот специально для меня. Винни зазвонил, давай, ответим. Ты глянь, какой дебил оставил на полу фонарик. Забирай его себе, только смотри, чтобы никто не заметил свет и не вызвал копов. Окей, сейчас мы подойдем, возьмем фонарик. Так, избегаем света, конечно же. Мы в стелсу. Или в стелсе. В стелсах. В штанах, короче, мы. Вот. Взять фонарик. Берем фонарик, отлично. Где фонарик? Фонарик. На слот быстрого доступа его киданем. А прикинь, не могу. Оу, вот это дела. И здесь под окошком написано для тупиц. Разбей окно. Ага, значит, точно вот это надо разбить. Шо, заперто оно, да? Не открыть никак. Ладно, встаем. Никого нет, никто не дрыхнет. Все. Ломаем. О, божечки, как это было громко. Открыть окно. Отлично. А как можно убрать лом? Он не мешает. Ладно, заходим. Так, отлично. Мы внутри. Выключить фонарик. Винни, ты как обычно не вовремя. Ну что у нас здесь есть? Кроссовочки, кипарики. Здесь у нас есть чайничек. Чайник стащить? Да вы что, прикалываетесь? Дома чайника, что ли, нет? Офигеть. Чайники какие-то таскаю. Что за бред вообще? Это точно симулятор вора? Это какой-то, я не знаю, кастрюлю. Зачем мне кастрюлю? И залез в дом, кастрюлю тащу с чайниками. Бабусики. Наконец-то. 15 баксов берем. Берем 15 баксов. Что, поспать могу? Почему на кровати написано «Exit»? Я не могу на ней поспать. Жалко. Ну что, пойдем в эту дверь зайдем. Что у нас здесь? Слушай, этот дом, по-моему, уже заброшен. Здесь никто не живет. Поэтому все нормально. Украдите что-нибудь. Да я уже кастрюлю с чайником стырил. Тостер вот возьму. Воу, Винни, да хорош уже мне названивать, а? Время сматываться, чувак. Залезай в машину и смотри, чтобы никто не увидел тебя с ломом. Окей. Сейчас я еще вот сковородку для блинов стащу. И что еще? Фонарик вырубаем, а то меня сейчас спалят. Все, пора валить вот через это окошко. Хопа. А где тачка? Тачка моя где? А, и как лом убрать? Сейчас, подожди. Надо
А, во, во, рука, отлично. Идти к машине. А я перелезть здесь могу? Опа, тетечка. Нет, надо дверь закрыть. Не нужно палиться. Сейчас она пройдет, и мы выйдем. Че, вроде прошла. Прошла? Да, отлично. Выходим, закрываем дверцу. Это же наш домик, типа. И идем спокойненько к машинке. Прогуливаемся. Я вообще здесь не при делах. Какая у меня убогая тачка. Капец, вот это корыто, а. Оно хоть заведется у меня. Сейчас садимся в тачку. Войти. Вошел в тачку. Двери закрылись. Воздействовать. Воздействовать на рулевую колонку. Завелся. Че, все, музло, огонь. Ехать. Едем. Куда ехать-то? Навигатор не включил. Куда ехать? Вон туда надо ехать. Подожди, сейчас развернусь. Все, погнали. Можно вид изменить. Оу. Оу. Капец. Мне тачку еще ремонтировать. Долбанная камера. Нафига я ее сейчас начал менять? Ладно, от первого лица поеду. Все, ништяк. Может, сейчас еще попутчика возьму. Огонь. Сейчас блинчиков напеку. Так, смотри, что я стащил. Какая музяка. Короче, я взял лом, фонарик, чайник, кастрюля, старый тостер, сковородка. Вот это навар. Воровской рейтинг А. Гроза района, чтоб его. И как обычно Винни трезвонит. Чё нужно? Шикарно. Может, дело и выгорит. Иди поспи и продолжим разговор утром. Давай. Можно я телефон выкину? Я не хочу с этим Винни-Пухом разговаривать. Чё у меня тут в мастерской есть вообще? Опачки, на втором этаже у меня, смотри, компьютер какой мощный. А можно я у себя стащу компьютер и продам его? Воздействовать, давай посмотрим, что там за воздействовать можно. Посерфю интернетик. О, да ладно, я в магазин зашел. Ломик, кстати, смотри, 30 баксов стоит. Фонарик 60 баксов, офигеть. Отмычечку, отмычечку стоит прикупить. У меня как раз сейчас 29 баксов. Отмычка мне пригодится. А, требуется взлом замков уровень 1. Я, короче, еще нифига не умею. Полезли на черный рынок. Это все мне нужно будет достать, да? Черная белая ваза. Искусство. Смотри-ка, я еще и запчасти для машин буду тырить, о божечки. Так, значит, Stellio Forms. Это, короче, возможные дома, которые можно грабануть. А что это что? А здесь счеты дела. Здесь пусто, все понятно. Компьютер мне, в принципе, нафиг не сдался. Ну что, пойдем? О, еще ноутбук есть. Ага, сейчас смотри, у меня электроника не развита, хакинг не развита. Я, короче, нифига не могу ноутбуком пользоваться. Я какой-то старпер, который вообще нифига не умеет. Значит, ладно, давай подрыхнем. Рано утром мудренее, как говорится. Следующая наша цель — это улица Гринвью, 109, Мартины. Я уже купил здесь все заметочки по этому дому, так что мы сейчас быстренько разберемся. Там есть старый телевизор, гнилой старый забор, через который можно легко пробраться. Ну и также я знаю, где лежат запасные ключи. Короче, вообще, я сейчас как все домой забегу. Все, погнали. Правда, это все дело будет днем происходить. Ну что поделать, я же почти профи, блин, Винни, да ты достал. Сначала сбагрили добычу в ломбард. На Гринвью 109. Тебе надо пройти налегке. Господи, надо же точно кастрюлю еще сбагрить. Ладно, поехали. Ломбард. Опачки, а вот и ломбард. Отлично. Мое корыто довезло, кстати, корыто-то уже починилось. Помнишь, мы ночью с тобой в дерево как же бахнулись? Доехали же все-таки, ладно, поехали. В ломбард, точнее, пошли, что поехали, я уже на своих двух. Да, я вернулся. Блин, я ж все выложил, вот я дубина. Ладно, поехали домой. Я пришел. Да. Значит, смотри, чайничек тебе, пожалуйста. Продать. Кастрюлечку продать. Сковородку, блин, продать, даже не воспользовался. И тостер гнилой продать. Все, бабосики в руках. Винни-Пух. Настало время Гринвью 109. Достань мне оттуда телек и не вздумай загнать его кому-нибудь. Гринвью, Гринвью. О, чуваки ходят, офигеть. Значит, слушай, похоже это на тот же район, где мы были вчера. Так, все, мы почти приехали. Тачку, точно, тачка вот здесь же стояла в прошлый раз. И домик такой же, ну похожий. Значит, припаркуюсь беспалевно где-нибудь вот тут вот, смотри. Сейчас задним ходом вот такой, копа, красавенько. Встанем, запаркуюсь возле дома, нет своего. Отлично, меня никто не спалит. Эй, я хочу вылезти, почему выход заблокирован? Вы чё? Блин, неудачное место выбрал. Сейчас тогда поближе вот так вот встанем. Ну-ка, выходим.
Отлично! Красава запарковался! У меня, смотри, в тачке кусты растут. Ничего ж себе! Вот это я агроном! В тачке кусты всякие выращиваю. Жестко. Так, значит, домик вот этот вот вроде, да? А ничего, что я днем как бы пришел. Надо посмотреть, вокруг нет людей. Тут нету вроде никого, нету. Вон там тетка идет. Ладно. Может, я в гости кому пришел. А, простая отмычка. Нет, взлом замков у меня не изучен. Значит, надо перелазить. Ага. Можно я через машину вот так вот. Оп-оп, и туда. На самом деле здесь перелезть как нефиг делать, а я не могу. Я как Буратино хожу и не прыгаю. Прикинь, здесь прыгать нельзя. О, контейнер, отлично. Открываем контейнер. Укрытие. Я что, в мусорку? Фу, я в мусорку спрятан. Не-не-не-не-не. Рано мне здесь пока прятаться. Значит, вот он, сломанный забор. Ага, сейчас берем лом. Лом. А где лом? Чтоб его, я что, лом не взял, что ли? Где мои предметы? Где лом? Вот он, лом. Быстрый доступ. Все, огонь. Ломик. Вот он, есть. Ломаем. Ага. Проходим. Я думаю, что дома никого нет. Да что ж такое-то, а? Да какого? Лысина, что ли, мешается? О, пролез. Отлично. Заходим. Здесь, на самом деле, места-то вообще в этом доме мало. Туалет мне нафиг не сдался. Туалетная комната. Вот он, телек, вот он. Значит, ломаем, заходим. Быстро действуем. Ага. Здесь мешок с мусоркой. Ужас какой. Ключи вижу. Сейчас ключи возьмем. Давай, ключи бери. Отлично. Телек тащим. Какой старый телек. Ой, какой он тяжелый. Слушай, он очень тяжелый. О, бабосики. Подожди, телек надо оставить, бабки взять. Бабосики берем. В шкафу у нас ничего нету. Сейф. Бабки берем. Че? Может, еще в другие комнаты зайдем? Давай по-быстренькому прометнемся здесь. Сковородка есть. Кетчуп, отлично. А, кетчуп не могу взять. Вот ёкарный. Ладно, сковородку возьмем. Тостер возьмем. Вроде никого нет, пока не слышно. Значит, можно тут поживиться. Огонь. Через дверь можем выйти. Огонь, вообще круто. Телек. И надо его в багажник запихать. Какой же я медленный. О, знаешь, где я не был? Я не был в туалете. Надо сходить облегчиться. Ох. Ванна, туалет. А туалет мне не стащить, да никак. Ну да, это будет слишком тяжело для меня. Значит, берем ящик этот Пандоры и выходим. О, бежим. Скорее, уже темнеет. Вдруг хозяева сейчас вернутся. Давай. Фух, наконец-то до тачки добрался. Давай, открывай багажничек. Где трава растет. Давай, хватай быстрее свой деревянный телевизор. А как его закинуть-то, Руки грабли. О, отлично. Все, погнали отсюда. Валим в кусты. Я и так в кустах, на самом деле. Все, погнали. Где выезд? Куда ехать-то, ёкарный? Ранг S. Это, по-моему, самый отстойный ранг вообще. Значит, ладно. О, Винни здесь как здесь. Что тебе надо? Вижу, тебе удалось достать телевизор. Зайди на Black Bay. Ага, сейчас мы, походу, втюхаем этот телевизор кому-то. Ладно, пойдем в Black Bay сейчас залезем. Что у нас здесь есть? Black Bay. Я сделал страничку для этого телевизора. Зайди на нее и продай его. Понятно, значит, я теперь еще и торговать могу через интернет. Отлично. Так, электроника. Старый телевизор. Продать. Опачки. Как я быстро продал телевизор. А что у нас здесь? Rent at Hook. Тут ты найдешь дополнительную работенку. Я выложил заказ специально для тебя. Вон тот. С посудой. Блин, что вы прикалываетесь? Я еще и посуду какую-то буду. Чуть с мелочевках. Где мои великие эти задания? Чтобы там брюлики какие-нибудь стащить, драгоценности, не знаю. Ты посмотри, здесь не просто посуду стащить, ее нужно разбить. Какой-то погром устроить. Что за отстой вообще? Все, погнали бить посуду. Итак, мы в злополучном Гринвью снова, уже в третий раз. Здесь нам нужно в 110-м доме разбить посуду. Значит, здесь вроде надо съехать. Опять в это же место едем. Да что ж такое-то, а? Куда меня навигатор ведет? 110-й дом где-то здесь. Ой, знак сбил. Случайненько. Этот дом мы уже с тобой бомбанули. Смотри, там уже забор сделали. Ага, значит, хозяева приехали. И удивились, что у них стащили старый телевизор, который нафиг никому не сдался. А подожди, а 110-й дом? Вот он, 110-й дом, смотри-ка. Вот это сарайчик.
Вот это сарай. Ладно, давай здесь снова припаркуемся. Это уже наезженное место. Как себе домой гоняю, блин, уже. Вот так вот встаем здесь, выходим. Трим-пим-пим-пим-пим. А, погоди, тут здесь уже 111 дом. А как мне в 110-й-то попасть, а? У них здесь одна калитка, что ли, на двоих? Ладненько, сейчас попробуем. У меня уже есть взлом замков, это отлично. А подожди, здесь дверь открыта. Я ее просто открыл. Ладно, закроем, сука. Оу, тихо, там люди ходят. Эй, тетенька, привет, как дела? Она там кого-то высматривает. Так, ладно, присядем. И пошли в 110-й дом. А здесь никого нету? Нет, здесь никого нету. Кого же она там высматривает? Ух ты ж, ёкарный! Ой-ой-ой-ой-ой. Дяденька здесь сидит. Блин, так мы здесь... Может, ты это, спать пойдешь уже поздно, типа? Хорошо, я обойду дом. Постараюсь вот... О, тетечка опять туда пошла. Постараюсь сейчас как-нибудь проскользнуть мимо тетки. Блин, да здесь забор. Как мне в 110-й-то попасть, а? Короче, понял я. Я здесь нигде не пройду, в 110-й дом. Поэтому надо отсюда валить. Тихонечко сейчас откроем двери. Вот. Ой, ой, ой. Прикинь, открывает такой воришка в перчаточках черненьких дверцу. И тут мимо проходит чувачок. Причем он даже не посмотрел на меня, ничего. Закрываем аккуратненько. Фух. Теперь пошли в 110-й. Вот я, блин, вот же дверь есть, вот. Я между этими кустами просто дверь не заметил тогда. Тихонечко открываем, садимся и пошли. Никого нету, никто не палит. Отличненько. Закрываем. Ага, 110-й дом, куда нам и надо. Заходим. Дверь закрыта? Закрыта, но у меня есть взлом замков. Сейчас мы этим воспользуемся. А, блин, я ж отмычку не купил. Капец. Все, погнали, погнали, быстро валим. Надо за отмычкой сгонять. Не хочу я уже окна ломать. Портить чужое имущество. Твою ж налево, тачку сейчас я побью окончательно. Отмычечка, сейчас я за ней быстренько сгоняю. Как я мчу, ты посмотри, это прям токийский дрифт. Жесть, интересно, с какой скоростью я мчу. 40 км в час, о блин. Отмычечка, простая отмычка, купить. А я не знаю, их несколько надо покупать, они же, наверное, ломаются. Давай несколько купим. 110-й, жди нас, мы почти приехали. О, нифига себе, как я дрифтанул. На повороте, сейчас сюда тоже заеду на дрифте. Вот, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть забор не снес. Выходим. Ой, как тут меня шмынтыляет быстро. Здравствуйте, добрый вечер. Как ваши дела, какие вы жирные, а? Штаны потяните, пожалуйста. Ну что, давай попробуем. Ух ты, как-то все здесь сложно. А что делать-то? Объясните мне, как пользоваться отмычками. Ага, поворачиваем. Так, понятно. Отмычку сломал, блин. Есть, открыл. Отлично. Я уж думал, сейчас придется возвращаться за еще одной отмычкой. Кроссовочки, а я здесь, по-моему, был уже, да? Да, по-моему, я здесь был. Вот она, посуда, как разбить посуду? Где лом? Вот он, лом. Надо дверь закрыть, чтобы не сильно шумело. Вот так. Все, сломал посуду. Как аккуратненько, слушай, даже не разлетелось по комнате. Слишком долго здесь уже пробыл. Выходим, а, лом надо убрать. Лом спрятали, двери закрываем. Все, погнали отсюда. Рон-дон-дон. Оу, это же рейнджак. А ну стоп, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поступил вызов в полицию. Спрячьтесь и били-бегите. Или били-бегу я. Я мучу. Капец, как выскочил этот рейнджак вообще неудачно. Все, валим, надо срочно в гараж валить. Спрятаться там. Я домой приехал. Воровской рейтинг F. F, по-моему, это еще хуже, чем S. Или нормально. А, фиг с ним. Чайник с кастрюли сойдет. И как ты думаешь, где мы? Да, правильно, мы в Гринвью. Больше мест нету, куда бы скататься, а? Вот этот бомжатня, вот этот райончик. Вот это я поселился здесь. А, так, мне нужен 111 дом. 111 дом, это чуть дальше. Сейчас проедем. Дрифтуем, еее! Люблю этот поворот. Вон он, 111 дом. Сейчас рядышком припаркуемся. Чувак, а ну давай, уходи с дороги. Давай, мне тут припарковаться надо. Значит, вот здесь вот встаем. Выходим из тачки. Блин, выход заблокирован.
Сейчас я здесь пешеходный переход заблокирую. Вот так. Да слушай, здесь место даже есть, чтобы пройти. Тихонечко закроем дверцу. А то тачка и так уже разваливается. И идем сюда. Я вижу... О, чувак. Ты на толчке что? А, нет, там просто стульчик стоит. Отметить чувака. Сейчас я его отмечу. Блин, как же он меня не видит, а? Чувак, здорово, я здесь, ты меня видишь? Какой же он тупица, а? Он меня даже не видит. Есть, отметил. Огонь. И Винни позвони. Винни, как ты не вовремя, а? Там есть одна коробка. Выйди, пока все уйдут, и принеси мне ее. Ну вот. Винни, у тебя прям чуйка какая-то. И чё, я здесь буду стоять в кустах и ждать, пока он свалит. Оу, подсказочка. Сон на стоянках. Сон на стоянках позволяет коротать время. Ну чё, поехали на стояночку тогда. А где здесь парковки? Парковочка, во, вижу парковка. Отлично, заезжаем на парковочку. И спим в машине. Сколько спать? Давай до 12 дня. Всё, выспались. Пойдём-ка пешочком сейчас пробежимся сюда, тут недалеко. Посмотрим, чувак этот ушел. Ушел, отлично, и двери открытыми оставил, вот это он красавчик. А, кстати, у него же жена, по-моему, еще тут была. Но вроде ее нет. Вот прикольно, да? Вещи через стенку я вижу, а взять их не могу. Вот что за магия, а? Может быть, я и вещи мог бы через стенку взять. Значит, пробуем открыть замок. Блин, у меня одна отмычка осталась. Так, аккуратненько, надо ее не сломать. Тихо, тихонечко. Блин, сломалась. У-у-у-у. Ладно, тогда переходим к крайним мерам. Так, надо закрыть, я слышу, там кто-то идет. Тихонечко закроем двери. Ну что поделать? А, у него решетки, я думал, через окно залезу, вот блин. А, придется за... Почему это такое? Ну что, не выходит из меня вор. Горе-воришка какой-то, а? Поеду сейчас домой, куплю отмычки. Приступим, точнее продолжим. Взлом этого замка. Значит, вот так, вот так, так, так. С первого раза, вот почему у меня в прошлый раз так не получилось, рукожоп несчастный, а? Значит, что у нас тут? Ух ты, телек есть. Его по-любому надо вытащить, он дорого стоит. Давай, давай, выходим, выходим. Делаем вид, что это мой телек. Да, надо еще открыть двери. Вот так. Здравствуйте, телевизор вам не нужен? Подожди, это что, твоя квартира, что ли? Воу-воу-воу, валим! Валим, телек, сейчас я телек. Быстро, телек, клади сюда. Клади его сюда. Да что, вот это подстава. Я чуть хозяйке телек ее же не впарил. Блин, 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 нет. Ой, да. Ну что, господа, вот такие вот дела. Я знал, что все этим и закончится, потому что из меня вор какой-то, ну, бестолковый получился. Рукожопный воришка, я не знаю еще, как это назвать. Короче, если тебе понравилась эта игруха, ты хочешь увидеть ее еще разок, то с тебя лайкосик и также комментосик под видосик. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну, а я с тобой прощаюсь, тебе спасибо за просмотр, удачки тебе и покеда.